Вы на канале Анечкина рисуйка. Сегодня я покажу, как я рисую мальчика и девочку каваи. Начну рисовать с девочки. Ей рисую личико и прическу. Здесь у нас будет ушко. Теперь рисуем с другой стороны. Такая у нас получилась прическа. Далее мы будем рисовать глазки девочки. И с другой стороны. Носик вот здесь такой рисую. И ротик. Здесь ушко еще рисую. Так вот. Далее рисуем кружку. Вот здесь идет. Она держит кружку в руках. Это мы прорисовываем ее.
такая девочка получилась. Далее начинаем рисовать мальчика.